Родители, дети которых не пошли в школу с 6 лет, штрафовать не будут. Этот широко обсуждаемый в обществе опрос прокомментировал министр образования и науки Асхат Аймагомбетов. Глава ведомства напомнил, что эта норма была введена в закон об образовании 3 года назад. Тогда уже по всей стране из 320 тысяч школьников первоклашек 60% были 6-летнего возраста. В прошлом году порядка 89% детей, но уже без соответствующей нормы в законе, пошли в первый класс 6 лет. В целом, по данным ЮНЕСКО, в 134 странах мира дети садятся за парты в этом возрасте. Прокомментировал министр и решение президента о назначении ректоров на конкурсной основе. Реакция у общества очень и очень позитивная. И там и тегают меня, и пишут свои комментарии, и подавляющее большинство комментариев и реакция среди населения, среди педагогов, среди самих руководителей высших учебных заведений очень позитивная. И в целом конкурсный отбор – это конкурсный отбор. То есть это прозрачность принятия решения, это конкуренция, поэтому это очень своевременное решение. И в соответствии с поручением главы государства мы соответствующие документы подготовим.